Скитаясь по кривоуховым топям, Цири наткнулась на зловещих ведьм. Отвратительные сестры колебались, стоит ли им сожрать девушку или выдать дикой охоте. Однако Цири удалось от них бежать. Преследуемая призрачным всадником охоты, она бежала вглубь болот, где Геральт потерял ее след. Ему предстояло искать новые зацепки. Боги от нас отвернулись. Давай. Хлопот ищешь? Что, неплохая работа, мой друг. Осторожно! Дали, сука, себя обработать, как новиградские девки. Тут вообще охотники за колдуньями. Не ехали же они с самого Новиграда, чтобы вздернуть двух холопов. Не знаю, господин. Они сказали, куда едут? Геральт, хорошо, что ты пришел, а то с этим мужичьем сладу нет. Надо будет их кнутом поучить, может, яснее заговорят. Ну, говори, куда поехали. В деревеньку на болотах, господин. И какая-то девка с ними была. Про мать выспрашивала. Девушка? Геральт, едем туда. Сейчас же! Согласен. Сейчас я людей соберу. Собирайтесь! Пойдем на болото. На ведьм охотиться. Ёбаные топи. Дух тут тяжелый, вот у крестьян мозги и гниют. Ведьмы, сука. Вот чё только холопы не придумают. Скоро ты сам убедишься, что ведьмы существуют. О, да. Сидят какие-нибудь старухи безумные, да людям головы морочат. А Анна с ними осталась, потому что сердце у неё мягкое. Она всегда добрая была. Да. Да, давно мы так не воевали. Зря мы сюда полезли. Сейчас мы справились, но дальше-то что? Да, боишься, сильный Берг? Я да, да не в жизнь. Ладно, господа, шевелитесь, покажем.
вечному огню нужны такие, как ты. Я Тамара. Я много о тебе слышал. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей. Твой отец и правда хочет найти жену. Твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его сторону? Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Ты ведьмак. Поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял 5 людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Нет. Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама. Вот и ты. Свежий. Цветочек, бей меня, вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий, сжалься. Я просила, молила. Мама, это я. Ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто дотру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Они убьют меня и вас. Всех. От себя смертит. Прекрасный, ты скользкий.
Похоже, бес. Ведьмы нас почуяли и послали его за Анной. Проклятые ведьмы! Мало они нам зла причинили. Хватит! Я забираю ее. Это моя жена, и она вернется со мной домой. Я буду рад, если ты поедешь с нами. Не прикасайся к ней. Мы обе уезжаем из этого проклятого места. Она больна, слаба. Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Оксенфурт? Ты убьешь ее! Я о ней позабочусь. Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу. Дайте ей решить. Куличики? На обед будут куличики. Ничего она сейчас не решит. Это какие-то злые чары. Ведьмак, помоги ей, прошу тебя. Прежде всего, ее надо отсюда забрать. Ведьмы уже знают, что мы... Я не двинусь с места. Боюсь, это не злые чары. А что же? Она слишком много вынесла. Потеря ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставило на ней след. То есть ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательства перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксенфурт. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботится? Ты же знаешь, кто он такой. Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился. И я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней. А у тебя теперь новая жизнь. И новые обязанности перед Вечным Огнем. Не бойся. Все будет хорошо. Я больше не притронусь к водке. Найду знахаря. А когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Не важно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, ведьмак. Несмотря ни на что. Да хранит и направит тебя Вечный Огонь. Спасибо. Прощайте. Хорошо, что ты отпустила ее с отцом. Я не уверена. Мы больше ничего не могли сделать. Ведьмак тоже. Брать, если кто ей поможет, то какой гость. Вот управимся с колдуньями и за вас возьмемся.
волк, мудрый волк. Я нашел тело твоего отца. Это ты хорошо сделал. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то вражей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, вражей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Белый волк мудр. Мне кое-что нужно для эликсиров. Поготовь. Будь здоров. Теперь помедленнее. Иди сюда.
Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Я не чувствую. Вы знаете, как человеческое, материальное. Он не мог далеко уйти. Спрятался и ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и Велен.
там. Thank you.
Если бы не ты. Как тебя барон не любит, но сам проучишь, не будешь такой заносчивый. Чтобы хоть девочки голодные. Тебе обращаюсь. Занят. Чего? Покажи свои товары. Бывай. Кровавого барона называют кровавым, потому что он безумец и чудище. Бывай. Мне мама не позволяет. Да ну. Ага. Пресвятая Милитерия.
что там? Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду. Ну чего? Покажи, что у тебя на складе. Прощай.
истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Как вы, блядь, не научитесь?
Братва, не так быстро. Пошла. Thank you.
еще не засохло. Thank you.
это зря. Thank you.
истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велен. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Еще можно сдаться. Oh!
жалкое зрелище. Thank you.
Thank you.